Друзья, привет! Рад приветствовать вас на канале. Значит, где-то месяц назад подходит ко мне Андрей, мой товарищ, и говорит: а давай-ка, говорит, организуем, говорит, день квадроциклиста. Говорит, мэрия нам поможет. А что с этого получилось, вы увидите на этом видео. Поехали! О, спортсмены, hello! Привет, именинница, с днем рождения! Это еще не вся колонна. Сейчас подтягивается Серега, Дима. Все съезжаются. План какой? Мы едем по набережной в сопровождении полиции в сторону парка Муромец. Отдельно квадроциклы, гидроциклы будут двигаться тоже к этому Трухановому мосту. И в момент встречи возле Труханового моста мы должны будем одновременно поджечь дымовые шашки. И в этот момент представитель Книги рекордов Украины должен зафиксировать рекорд Украины по самой большой колонне квадроциклов, гидроциклов, мотоциклов, эндуро. Что за человек приехал? Привет. А девчонки, это с тобой? Все мои жены. Да? Гарем. А помнишь, как зовут их? Да. Да? Зульфия. 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 А что, не спит со мной еще? Сейчас будет на старт, внимание, марш. И колонна начнет движение. Сейчас будет самый ответственный момент, нам надо будет поджечь эти фаера. Вот такой Андрей. Самозванец в колонне. Пока мы ехали на машине и наблюдали это все с окна, это было не так эпично, но когда я поднялся на квадрокоптер и увидел всю картинку с воздуха, как подъезжала колонна гидриков, то реально руки аж затрусились. Так заволновался, что даже влетел квадрокоптером в дерево. Там был такой суперсейф. Очень повезло, что он выжил и вылетел, и полетел дальше. А когда мы уже заезжали в парк Муромец, сразу вспомнилось, как месяц назад мы ходили по этому пустому парку, планировали то, как все будет. И мы не понимали, как люди на это отреагируют. Но когда мы въехали на территорию фестиваля, мы попали на целый праздник спорта. Нормальный движ, мужики, да? Съезжаются все. И вот на этой локации выстроилась часть колонны нашей техники, которая сразу привлекла себе внимание отдыхающих, спортсменов из других дисциплин, также журналистов, корреспондентов, которые бегали за нами и пытались услышать более подробные рассказы про то, на какой технике мы ездим, про наш спорт. Про это мероприятие буду говорить по всем каналам, про то, как мы нашумели. Секрет фирмы состоит в том, залить метаэтанола немножко в кровь и сделать вот такую штуку. Вдохновившись Пашиными постами. А что, расскажи, на базе чего это? Ну, а секрет, что мы не можем. А, секрет? Хорошо, все. Сергей Владимирович, ты на базе чего? На базе позитива, на базе позитива. А мы только что получили VIP-газон и промоутер. Короче, у нас теперь есть супер модные бейджики. И можно с ними ходить везде, где хочется. А тут с этой стороны вот лагерь квадроциклистов. Все тут свои расположились. С палатками, ребята. Целый палаточный городок. Короче, ребята, серьезно, готовятся. Ты тоже таким был, Борь, когда маленький был?
мама вместо коляски квадроцикл. Да, теперь так, а ну-ка, ну-ка. Павел, смотрите. А, организаторы в этом году постарались. Надо, видите, это кусочек из Полесья. У нас будет присутствовать там кусочек из Херсона, с Полтавы. То есть, да. Нормально, нормально. Да, то есть. Не, нарыли так, мне аж страшно было бы сюда ехать. По-любому надо участвовать. Сегодня опять здесь. Да. Минута на минуту будет старт. Ну давайте, будем сейчас насмехаться над этими спортсменами. Легенький брифинг. Когда вы будете проезжать финиш круга, у меня к вам убедительная просьба. Стартовые номера, как обычно, расклеены где попало, да? Притормозили, крикнули свой номер, и в принципе это в ваших интересах. Посмотрим, как это будет выглядеть. Короче, тут пару реально прикольных моментов. Это, наверное, будет самое прикольное сегодня соревнование. Сейчас пойдем на самые прикольные места смотреть, как их будут проходить участники. Сейчас вы видите, как первую преграду проходят экипажи УТВ и АТВ. Вот вы видите, как используют для прохождения рывов специальные трапики, которыми разрешено пользоваться. Давай, бойцы! Вот это было смело! Пацаны забыли взять трапики. Думаю, что эти трапы помогут. Тут только нырять мордой все. Так, тут сейчас сразу на трапик даже не попал. Вон и сила! Вон и сила, свети! Молодец! Руки крутят колесо! Колесо не крутится спереди! По лебёдке давай! Так, вот сзади сегвей. Давай, давай! Давай, давай! Давай. Закидал песком. Ну уже пацаны раскатали, видишь? Если нет возможности техники или мастерства выехать с этого рва самостоятельно, можно прибегнуть еще к помощи лебедки, зацепившись там за какое-нибудь дерево, куст, пенек. Пацаны подтягиваются, а тут пробка серьезная. Понарывали лужи. Сейчас, с разгона. Казалось бы, нереально вообще отсюда выехать. Но ребята сейчас по-любому выскочат. Пацаны вон сели. А куда привод у вас пропал? Привод передний куда пропал? Ушел. Вот тут такой участочек. А что, с сегвеем? Сегвей утонул. Утонул, да? Переплелись лебедки. Трактор, да? Очень весело. Один скот. Как тебе Как тебе трасса вообще? Трассу грамотно сделали? Отлично сделали. Чемпионы проходят на ура. Леха уже устал, походу. Что ты пацанам поломанную технику дал? Это пацаны уже технику уложили. Да. Ехать самому. Они на первой этой, они на первой кочке уже были без переднего привода. Андрюха, пацаны все правильно делают? Да. Давай,
Якорь утонет. Бывай за якоря, Ваня, иди сюда. А ты на него приедешь. Сейчас, чтоб не наехали на него. Подожди! Стой! Он по центру, вот тут. Да, вот тут под где-то. Правой, под правой ногой, да? Вот тут, да. Вот он. Ох ты, походка. Сразу к машинке квадр прицепился. Да вот человек вообще фиолетовый, что там происходит. Он бы еще пивка треснул бы и ложился спать. Вот одна поломочка, такой красивый. Ой, рычаг. Чуть-чуть подкосила ножку. Ну и чё. Идем на сцену посмотреть, что скажет организатор. Как завжди, що всі Віталій, мали можливість піти. Зараз там люди підтягуються. Знаєте, щоб люди звернули увагу, що потрібно зробити? Знаєте, ви чули це багато. Let's go ready to rumble! Open MotoFest. Зібрались тут ті, хто люблять свободу, вітер, емоції. В рамках фестивалю встановлений рекорд України як самий масовий спортивний захід, одночасний пробіг набережною Дніпра квадроциклів, гідроциклів та проїзд мототехніки, ендуротехніки по Трухановому та мотопробіг по місту Києву. Тому представник Книги рекордів України вручить в особі голови Київської міської державної адміністрації. Забудьте про адміністрацію! Є мерія! Найкращому меру міста Києва Віталію Володимировичу Кличку! Ура! В Україні нагороджується Віталій Володимирович Кличко! Це вам. Це не я нагороджуюсь, це місто нагороджується. І дуже добре, що в нашому місті відбувалось якмога більше рекордів. It's a picnic time! Это курица, да, ребят? Курица или рыба? Это рыба? А, я думал, это курица. Все официальные штуки закончились, все соревнования закончились. Остался только концерт. Остались Наедалово, Напивалово. Сейчас пойдем с ребятами, перекусим. Ждем наших всех друзей. И будем врываться на концерт Челябинска. Как вы дожились до медалей, для таких маленьких кубочков? У нас руки большие. И как всегда, самая интересная часть – это застолье. Что празднуем, ребята, сегодня? Хороший день. Хороший день. Говорят, что день квадроциклиста. Да, друзей. А мы думали, что Боря у нас экстремал, а он, оказывается, тут промышляет, по пивку наливает. Пожалуйста. Красавчик, Боренька. И за твое здоровье. Что, Андрюха, удался сегодня праздник? Да. Будем быстрее, выше, сильнее. Каждым годом лучше. Ну что, долгожданный концерт. И мы с ребятами прямо на сцене. Это любовь, взгляда тому, крыльями машет. Знаешь, это любовь, сердце не прячь, амур не промажет. Любовь всегда приходит. Вот такой вот у нас прикольный получился видос, такого классного праздника. Еще раз расскажу, что это было день квадроциклиста, Moto Open Fest, куда нас позвали. Представляете, насколько мы уже с вами уважаемые люди, авторитеты, что нас позвали участвовать в организации.
от Бадра Пишутки. Мы сделали то, что планировали, вручили мэру грамоту, поставили рекорд, сняли классное видео, поучаствовали в крутых конкурсах, организовали ребят. В общем, это еще раз доказывает, что это очень крутая тема. Еще раз вас призываю присоединяться к нам. Смотрите наше видео, пишите комментарии, лайки, отправляйте их своим друзьям, чтобы наш канал мог расти, чтобы мы могли еще сильнее развиваться. Спасибо за просмотр, спасибо за подписки, спасибо за комментарии. До новых встреч!